Під час перебування нашої знімальної групи в Софіївському районі, де проходила спільна вахта пам'яті пошуковців з Кривого Рогу та Нижнього Таїлу, ми знайшли чимало воєнних артефактів. Але Софіївський район подарував нам ще в ці дні і археологічне відкриття. А сталося воно, як і більшість з відкриттів, випадково. Коли пошуковці розбили табір біля ставка та пішли облаштовувати пляж для гостей, Юрій Анатолійович Лук'янченко, людина неспокійна та допитлива, професійним поглядом огледів берег. І цей погляд буквально під ногами виявив фрагменти кераміки. Ну а далі його вже було не зупинити. Пройдя шаг два, почали попадатися кості розщеплені, кості покриті звістковою коркою, кості крупного рогатого животного скота. Вот. Попадалися орудия труда из камня, очень много, ну, предварительно сказать много, это около 15-20 фрагментов керамики. Вот. Есть керамика, хорошо датируется по времени, свое изготовление, по орнаментации. Три венчика попалось, верхняя часть древних сосудов, украшенные оригинальным способом. По береговій лінії трапляється, як на будь-якому березі, тільки треба вміти це помічати, велика кількість мушель. В давнину люди харчувалися тим, що в них жило, а самі мушлі перетворювали на засіб прикрашання посуду. Бралося з допомогою простого любого камушка, галечки, робилися на одній створці нарізки такі, от, як би пілочкою обробітані зубчики. І от з допомогою того штампа зубчатого вже виходить в руках, от, любого подростка или женщин того периода, на глиняном горшке, он еще в сыром виде, наносились орнаменты. Ну, уже все зависело от воображения этого человека, от его, чтобы приукрасить столовую посуду или повседневного использования. Вот. Она не просто так была вилеплена, а и приукрашена. Проаналізувавши знахідки та дослідивши місцевість, Юрій Анатолійович вже може зробити деякі висновки. А саме, коли люди жили в цьому поселенні, чим займалися, як жили? Вот эти незначительно мало количество находок, говорит, и место выбрано удобное для поселения позднего этапа, поздней бронзы. Ну, сама керамика, состав теста и те находки, которые говорят, что это даже очень еще на 100-200 лет древние, ну, начальной стадии этой поздней бронзы, можно сказать, ранняя или средняя бронза. Но это... века мы имеем в виду? Да, это 16-14 век до нашей эры, плюс наши две, ну так, грубо, 3500 лет. Предварительно, то есть в эпоху поздней бронзы, именно здесь, на Криворожье, в Днепропетровской области, вот по долинам этих рек, оврагов, селились племена так называемой саботиновской культуры. Ну, получило свое название под именному населенному пункту Саботиновка. Вот. И только все, чем занимались люди, исходя из того, что кости животных, фрагменты зерночерок, это говорит о том, что зерночерки, что поселение было долговременно, 100-200 лет, может и более, это подскажет со временем исследования. В поселенні жили, судячи з усього, осідлі племена. Займалися землеробством, про що свідчать знайдені Юрієм Анатолійовичем напередодні знаряддя праці. Деякі з них, в свою чергу, використовувалися для помелу борошна. А це значить, що мешканці поселення і хліб пекли. Багато розкиданих по берегу кісток тварин, що за 3 з лишнім тисячоліття окам'яніли, свідчать про те, що поселенці використовували пасовища. А оброблені фрагменти кісток розповідають пильному оку, що їх використовували при пошитті одягу чи коли робили прикраси. Кості вони використовували, розщепляли, доставали лакомства, от, кості варили, тому що багато кості носять сліди перебування в огні, в костре. Вони піддавалися м'якій обробці. Що тут ще можна бути обнаружено? Чому наші далекі предки обрали саме це місце, здогадатися нескладно. Люди завжди оселялися поряд з водоймами чи струмками. Це вже в наш час ставок перегородила гребля, а раніше, вочевидь, тут струменіли джерела і утворювали, власне, багате водою водоймище.
Тут вам і рибалка, будь ласка. З тих же кісток тварин робили рибалки собі наконечники та гарпуни. Поселення площадь якусь займають 150 предварительно на 200 метрів. Окружено з двох сторон оврагами, захищаюся. Ну, вот, родники. І воно так виходить мисовидне. Вот, выдвигалось большой этот овраг, балку, окружённый двумя дополнительными, то есть балками естественными. Зона препятствий для набегов, если подвергалось нападению. Вот здесь и место выбрано очень удачно. Вот, по тем дням, которые мы здесь находимся, здесь такой мягкий климат, ветер преобладает северный, но вот за высоких берегов тишина. Вот, никаких порывов, ну, предварительно пока мало наблюдалось осадков, но вот в то время здесь было очень приятно, то есть, жить, работать. Побіжний огляд берегової лінії не нами, звичайно, а Юрієм Лук'янченком свідчить про те, що тут могло бути не одне поселення. Ще на протилежному березі наш екскурсовод означив 2-3 місця, де могли б вони знаходитися. Тяжело не исследовать, насколько затоплено это поселение, но то, что в воде и вот на береговой линии попадаются в большом количестве камни, вот, понятно, домостроительство, стенки, ну, сейчас не просматривается, потому что здесь камыш, заросли, вот, ну, если еще хорошо изучить его визуально, походить, и когда меньше травы будет, могут быть на поверхности с полей, когда большие потоки воды, дожди смывают и могут оголиться строения, как на всех поселениях бывает, обнажаются. Знайдене Юрієм Лук'янченком поселення сміливо можна назвати археологічним відкриттям. Оскільки досі про нього ніде не згадувалося, воно не зареєстровано. Колеги-археологи про нього не чули. Просто еще слабо исследовался в Софіївському районі пам'ятники археології. Вот. Даже в этом году, 1 мая, давно-давно присматривался к этому населенному пункту изобильно и нашел в 2-3 раза больше за это поселение. Там и литейные формы, фрагменты, и орудия труда, и тоже кости, и керамика, украшенная другими способами, ногтевыми защипами, и косыми насечками, и процарапанные, и много терочников, зерночерок на поверхности, под плугом оно. Мы думали, проезжая по военной археологии, считали, что именно какие-то огневые точки, много рыжих пятен, а когда подойдя к нему, увидели большое количество. Изобильно, да. Вот, материал пока не сохранится у меня. Будет свободное время, осенью, зимой, вот, это будет все обработано, зарисовано, сфотографировано, описано, подготовлена статья, и тогда можно публикацию. Как и по этому поселению. Нам, звичайно, також захотілося стати причетними до археологічного відкриття, і ми під керівництвом Юрія Анатолійовича пішли оглядати берег вже більш уважно і прискіпливо. Майже відразу пішли знахідки, які ми не помічали б, якби не професійне око поряд. Кості животного відібрані для аналізу, определення, яке-то животне були. От, от ми бачимо, кость розщеплена, побувала в костері. Ну, вони спеціалісти. Вот, определить, к какому животному она принадлежала. Вот. Но вот самое... Что значит взгляд профессионала? Для меня это камни, да и камни. Ну вот если вот сюда еще ближе, тоже они как бы камни, хаотические. Но для меня уже понятно. И то есть они что-то уже рассказывают? Да, они много рассказывают. Вот мы, ну, я компас установил. Вот, вот мы смотрим. Камни один на один. Я их не буду поднимать. Вот, их нужно изучать. Ну вот мы видим кость животного большая вот, на берегу. Так, что здесь еще видит? Вот кость. Но самое интересное то, что я говорил, что были постройки здесь, на этом поселении. И вот явно эта кладка обнажилась вверх. Если по всем правилам исследовать это поселение или шурфовку проводить, то будет картина, что именно здесь проходит стена, верхняя часть обнажилась. А там камни дальше уложены, как бы инсити. Вот. Но из всех тех фрагментов, которые здесь сорбаны, да, вот, вот этот считается уже находкой. Мы смотрим. Это древняя зерночерка. Да? Вот, да, вот она. Смотрим, она с двух сторон получается. Вот, вот она таких пропорций была. Вот, где-то вот здесь. И женскими руками
с другим, с помощью камня, посыпая зерно, проводилась такая операция, зерно измельчалось, а мука в какой-то горшочек сползала. Ну, вот. Это гранит, порода аркозовый, такой плотный песчаник даже, вот кварцевый. Оно тогда камень и камень, и получился жернова, мука происходила, измельчалась. Угу. Вот, но мы пока оставим ее на этом месте. И вот на самой береговой линии, вот, ну как, вот здесь, если посмотреть, вот, я оттуда керамику доставал, а вот сейчас вижу вот одна керамика, вот грязная, вторая, вот керамика, вот черная или кость, или керамика. Это говорит о том, что поселение находится, занимаете береговую линию, вот, сейчас уровень поднялся, оно, можно сказать, на сколько там процентов, это уже неизвестно, затоплено. Большая часть поселения может быть находиться, или даже основная, еще дальше от того места, где мы находимся. Вот. Но в стороне мы кладка камни, так что поселение продолжается, и оно может еще продвигаться вот, метров на 50 и на 100. Там нужно предварительно тоже проводить исследование. А это что? Вот. Кость животного, вот. Хорошо видно структуру, что да. Это было животное, да. Это я нашла. Да. Вот. А, так еще, если так присмотреться, ну, еще не мытая кость, ну, тщательно помыть, то кость отпиливалась. Для чего? Вот, ну, это было своего рода лишнее отпиливалось, а мастеру доставалась такая обойма, кость большая, с нее делали или же тот же гарпун, или вкладыш потом для серпа. Какое-то костяное изделие, это говорит о том, что здесь было развито косторезное дело. Я дарю нашей украинской науке безвозмездно свою ценную находку, открытие. А мы покажем специалистам, с кем мы сотрудничаем. Вот. Мы можем там много о керамике говорить, о ее свойствах, там, что там внутри. Но у нас есть люди, то есть институты археологии, вот, которые любую кость для своих научных работ исследуют, сделают трассологическое исследование, сделают заключение, сколько лет тому животному было, кому оно принадлежало. Крупный рогатый скот или что такое, это мы получим. Мой вклад в украинскую археологию. Сейчас будем доставать, сейчас мы начнем. Ну, вот это, нет, это далековатый камень. Вот так. Вот это я могу поднимать? Да, 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 все, что такое, вот. Так. И сразу же смотрим и осматриваем. Вот у меня стеночка, о, какая интересная. Примесь глины зеленая. Или это из-за водорослей? А, вот, вот что я говорил за ангоп. Вот он. Угу. Вот, пожалуйста. Значит, здесь метров за 200-300 выходы каолиновой белой глины брали и использовали для украшения. Угу. Ангоп, так, есть. Так, что мы здесь имеем? О! Поздравляю. Ой, а что это такое симметричное, красивое? А вот если взять этот пальчик, вот здесь приложить, ага. Отпечаток – это так называемое украшение, ногтевой защит. А пальчики, судя, маленькие пальчики ребенка. Вот. Ну, то есть это небольшие пальчики, которые мы находим на такой же керамике. Вот это тулово горшка, здесь был венчик, верхняя часть, середина часа. Потом были такие валики, и вот пальчики девочки, потому что, видно, волновался ребенок, мама, наверное, передавала опыт, учила, как украшать керамику. И она делала такие движения и пальчики-ногтики. Как интересно. А здесь на том втором тоже, а это вот, тоже украшение? Да, украшение. И вот, ну, уже такое более... А вот любую раковину, взяв тот период, весь берег усеян, они здесь и продолжают жить, эти устрицы у него раковины, расщеплялась, а потом с помощью, ну, любую, возьмем вот, да, этот... Вот. Камень кварц, можно сказать, даже еще письменный еврейский камень, письменный гранит, рисунок такой природа. Делались вот такие, ну вот, мы реконструкцию в полевых условиях делаем, насечки. Вот. И потом, когда горшок, глина еще свежая была, брался и наносился вот такой движение. Раз, и отпечатки, зубчики остались. И получается гребенчатый гребеночкой. Гребенчатый там. Сделал, был так, ряд украшений, потом переворачивалось и в обратном, и получалось как бы елочкой украшение. Здесь один ряд, и вот видно еще отголоски второго ряда. А там могут быть и третий, и четвертый, и полностью горшок был украшенный. Это же, ну, сколько было терпения, чтобы так украсить. Вот.
И много часто мы обращаем внимание в керамике пустотки. Если взять пластилин, заполнить, то даже отпечатки древних зерен. Вот, да. Ну, если так присмотреться, тут два вот эти грубые, это очень крупные, а с обратной стороны вот есть там круглые, меленькие, да, углубления. Ну, это мы сделаем отпечаточек и потом тоже покажем специалисту. А від поселення метрів через 200 на схід – велика і гарна промоїна, яка утворилася так собі років за 1002. Її стінки та дно укріплюють вимиті гірські породи – граніти, польовий шпат. На поселенні, от, по берегової лінії ми бачили обнаження стінок жилища. Можна з точністю предположити, що іменно то далекое прошлое, вот 3600 лет тому назад, это уже существовало обнаженный овраг с выходами этих пород. И люди просто, не надо, делали сюда несколько там ходок специально для того, чтобы заняться домостроительством, быт свой улучшить. Сооружали жилища, камень, можно сказать, был строительный. Скоріш за все, і брали граніт і для зернотерок, а більш крихкі породи використовували в гончарній справі, аби зробити глину, а відповідно і сам виріб міцнішим. До речі, Юрій Лук'янченко, як перший відкривач, має на це повне право, майже відразу дав ім'я цьому невідомому ще історії поселенню. Ну, от як-то одразу захотілося к нам на вахту пам'яті з Нижнього Тагіла. Приехали ребята, вот, уже вышли в поля, работают. Вот. Ну, еще до того времени, когда они приехали, так и захотелось какой-то увековечить приезд города побратима, поисковиков с Нижнего Тагила. Ну, и ты решил еще безымянная балка или по населенному пункту, вот, самое, ну, далековато от этого найденного поселения, то решил, так сказать, назвать его Нижнетагильское. Вот только я так произнес, многие поддержали, ну, и согласились. Уявіть собі, зробить Юрій Лук'янченко свій звіт для наукових кіл і впише туди назву поселення. А потім цей звіт відійшли до наших побратимів у Нижній Тагіл. Приємно ж їм буде. І згадка про спільну вахту пам'яті увійде в історію. Ми залишаємо Нижньотагільське селище саботинівської культури і будемо з нетерпінням чекати публікації Юрія Анатолійовича для того, щоб дізнатися про це місце якомога більше.